Procurați articole pirotehnice numai în magazinele licențiate. Приобретайте пиротехнические изделия только в лицензированных магазинах. Запрашивайте сертификат качества и инструкции по использованию пиротехнических изделий. Перед приобретением пиротехнического изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Выберите безопасное место для запуска пиротехнических изделий вдали от жилых домов, деревьев, парковок для автомобилей. Запрещено пользоваться пиротехническими изделиями детям, а также использовать пиротехнику в помещениях, носить пиротехнические материалы в карманах. Более того, во избежание травмы и ожогов людей просят не направлять пиротехнические изделия в сторону других людей, не держать фейерверк в руках и не наклоняться к пиротехнике во время запуска. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать исключительных ситуаций и обеспечить безопасный отдых.